Сейчас надо зачитать донаты. Да, starke Leute, direkt der nächste super starke Spieler. Сейчас уже после следующей партии. Null Aufbaugegner für TBG, direkt hier ein Monster nach dem nächsten jetzt. Der nächste Großmeister, wieder Albin Blackburn Gambit, ich probiere es. Vielleicht fällt dieser Großmeister sogar Zitschev und YouTube. Так, знаем мы Константин Зичев или sowas? Мореплавателей. 2-9, natürlich sehr stark. So, er spielt die gleiche Variante auf die gleiche Art und Weise. Läufer G5 verliert hier wegen Läufer F3, Dame E5. So habe ich schon super viele Partien gewonnen. Aber die Jungs sind zu stark, die rechnen das. Er sieht das. Läufer G5, Läufer F3 rechnet er. Springer G4. Ерунду какую-нибудь. Так, пока зачитаю донаты, 500 рублей лучшему стримеру и 500 рублей от Юнги третьего разряда. Эх, за интернет все беспокоятся, но не знаю, как я с бедой этой покончить. И модем есть, и точка доступа, и все компасы пиратские мудрёные, и ведь все равно ведь не помогает. Даме E5, F4, но... Ну, спасибо за поддержку, спасибо, что в трудную минуту все со своим капитаном. Mit Springer E4. Эх, тяжело, тяжело. Сразу со многими врагами борюсь. Один против всех. Springer C3, DC2. А E4. Ох, Mann, ey, ich kann das nicht rechnen. Es muss irgendwas geben, aber ich kann es nicht rechnen. Bin halt nicht gut. Dame E5 kommt der. Надо было думать, когда такие дебюты играл. Вот когда надо было думать. G6. Лофа G5, даме E5. Пытается к пешке моей пристать. Конь DB5. Так, сейчас уже... Сейчас и посмотрим, какого цвета кишки у его короля. Конь E5. Конь E5. Это Gambit, это не очень хорошо, и они не очень хорошо. Они не очень хорошо, если я не C6 здесь. C6. Так придется отступить. На связка неприятная зато. Связка-то какая? Ладья E8. Чувствую, боится он меня. Конь C4 играю. Палю из всех орудий. Ой, я слишком лам. Ух. Слишком лам. Ух, H4. Короля сразу уберем. F4 хочу сыграть в будущем. Гросс проблем. Ферзь E6. Ферзь E6. Ну, есть же что-то в этой позиции. F4, ферзь E6. F5 может и не сработать. 15 минут weniger. Может и не выйти такой трюк. F4, Dame E6, E5, Springer H5. Времени у него слишком мало. Ой. Bauweg. Отвлекся, слона зеленула. Ай-яй-яй. So macht er den. Machen wir den. Но он не заметил этого. Ich habe ja mit F4 gerechnet. Невнимательный какой-то оказался. Мне кажется, у него что-то не так с интернетом. Времени слишком больно мало. Так, ну, в атаку идем. Конь E4. Ферзь E3, конь E3 видно хочет.
Gut, was er macht, aber... Такс, 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 такс. Нужно ход какой-то придумать. Так. Die Stellung ist sogar ziemlich gut für mich plötzlich. Was ist das? Wieso opfert er? Коня ему на C5. Отступаем временно. Warum opfert er da? Weiß kein Mensch. Поменяем одну пару ладей. Ферзь Е3 висит у него. Висит, забираем. Шах даю. Снова идем в атаку. Конь на D3 все держит. Я verliere natürlich auf Zeit, ne? Ist ja klar. Не конь, а осьминог какой-то. Yeah. Все, ух, победили в сложной партии. Идем дальше. Тяжело сегодня.